Игра света и звука, новые образы и неожиданный состав исполнителей. И сейчас мы не о новом шоу, а о съемках клипа Бурито и диджея Грува на песню «Помоги». Даже во время съемок нового видео Гарик ни на минуту не забывает о своем сыне и при малейшей возможности хвастает успехами годовалого Луки. Все таланты, которые присутствуют в нем, находятся. Мне кажется, он достаточно спокойный парень, такой вдумчивый. Молодые родители уже шутливо выясняют, на кого же больше похож малыш – на папу или маму. Он настолько быстро растет, что он то на супругу мою похож, на Оксану Устинову, так повернется на меня вроде бы. Кстати, Бурито не станет настаивать на музыкальном продолжении рода. Лука должен сам определиться со своими желаниями, а папа поддержит сына в любом начинании. Но пока с нетерпением ждет первых шагов и слов от малыша.